Всем привет, а здесь игровой канал Сэндгеймер, меня зовут Павел, и вы смотрите обзор модов для GTA San Andreas. Ну что ж, это 132 выпуск, в этом выпуске я взял мод, который называется Maximum Speed, и который увеличивает нашу скорость в автомобиле до просто нереальной скорости. Давайте сейчас вам это покажу. Садимся в машину любую и нажимаем левый Alt. Ну и в принципе вот что сделается с нашей машиной. Даже ничего прогружаться не успевает. Также это можно делать на мотоцикле, ну, на велике. Ну, короче, на всем то, что... Ну, можно делать на всем, но чтобы у вас это касалось земли. Именно земли. Если, например, вы сядете в лодку и нажмете на воде левый альт, то у вас ничего не будет ездить. А если, например, лодку вы вытащите на сушу и нажмете левый альт, то все будет нормально ездить. Вот так вот, с такой же скоростью. Ну, скорость просто вообще безумная. О, нифига, вот я взлетел. Влетаем, нафиг. Даже ничего грузиться не хочет. Да, жестко. Блин, только как сейчас отсюда выбраться? Блин, даже ты не сядешь. Ну что ж, вот такой вот довольно-таки безумный мод. Вообще просто мощная скорость. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.